отвечу на ваши вопросы или сейчас, или в ходе семинарии, которые я буду давать. Что-нибудь есть сразу же сейчас какой-то вопрос по поводу турнира, шахмат или чего? О себе расскажите. Как вы? О себе. О себе? Так трудно о себе говорить. Ну, скажу, что я родился в 1943 году в эвакуации. И мама и папа из Ленинграда, и когда мне было что-то такое месяцев 8, мы вернулись в Ленинград. Поэтому, когда где-то лет 10 назад мне в Амстердаме позвонил корреспондент газеты «Вечерний Троиц», попросил меня интервью, я сказал, что я имею отношение к городу Троицку, но вы не подчиняетесь, только относительно. Он сказал, жалко, если вам хоть 8 лет было, и да, у нас научились и 10 лет. Ну, да. После чего я в